me. Сколько стоит реклама у блогеров? Саша заплатил мне достаточное количество денег за рекламу, чтобы я назвала его. Специально, дабы не быть голословной, я отправила запросы некоторым ребятам, которых считаю классными. И стоимость рекламы на канале Димы начинается от... Изначально необходимо заполнить анкету, потому что просто так тебе никто не будет сдавать никакие цифры. Дядьки, у которых есть свои яхты, которые периодически посматривают, как ты там живешь, то можешь надеяться на отдельное видео, если вы хотите 10-15 минут, пожалуйста, рублей, есть вы, есть он, и коллаборируемся. Это ролик о том, как у него сдохли рыбки в аквариуме, что для меня вообще полный. Роман Кириллович из French TV пока что ставит гонорары значительно поменьше. Сегодня я хочу рассказать вам о том, сколько стоит реклама у блогеров, у классных YouTube-блогеров, которые ведут свои бизнес-каналы. Я уверена, что эти цифры вас во многом потрясут. И, возможно, многие скажут: «Вау, я тоже хочу!» Но я думаю, что если бы мы узнали о том, сколько денег вложено в эти каналы, то мы бы заговорили несколько иначе. Ну, а в большей мере зауважали бы тех людей, которые умеют делать на этом бизнес. Так что поехали и узнаем, как же зарабатывают деньги наши блогеры. Поехали, да! Ask me. Итак, в прошлый раз я уже рассказывала вам о том, каким образом сделать свой классный YouTube-канал. Сегодня я хочу рассказать вам о том, почему, собственно, предприниматели, бизнесмены сейчас идут и начинают заниматься этим действием. Зачем они снимают эти влоги? Зачем они тратят свое время на это? Я вам хочу сказать, что YouTube-блогерство – это тоже бизнес. И это отличный бизнес для твоего бизнеса. То есть представь себе, ты ходишь, снимаешь, а между делом знакомишься с классными людьми, делаешь с ними какие-то свои партнерские штучки-дрючки, получается шикарный нетворкинг, и при этом твой канал раскручивается, ты его раскручиваешь, тебе еще платят деньги другие люди, чтобы тоже раскручиваться. Короче, все как любят настоящие предприниматели, когда деньги отовсюду. И все-таки нетворкинг для многих стоит, ну, по крайней мере, на первых местах. И для меня, кстати, тоже в том числе. Как еще можно познакомиться со многими людьми? Ты им звонишь, пишешь, никому нету до тебя дела. Но когда ты говоришь: я хочу снять с вами интервью, это делается гораздо проще и легче. И на сегодняшний день нетворкинг стал очень популярен именно в блогерской сфере. А специально нужно. Это моя бутафория. Она есть, и может быть. Ничего страшного, да. Как я уже говорила, в YouTube есть деньги. И сегодня это глупо отрицать, потому что рекламные бюджеты постоянно растут, 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 а количество людей, которые несут сюда деньги, тоже растет. Соответственно, деньги к деньгам. А следующий момент – это бизнес. Я рассказывала вам в прошлом видео о том, каким образом этот бизнес строится, что есть продукт, есть его упаковка, есть его продвижение. И это классно, потому что здесь ты тоже можешь делать бизнес. А какой кайф делать, когда тебе нравится? Когда нравится мне сидеть, хлебом не корми, могу снимать видео. А тут вдруг еще можно и на этом деньги зарабатывать. Вообще, согласись, классно. Так сколько же зарабатывают самые известные блогеры? Специально, дабы не быть голословной, я отправила запросы некоторым ребятам, которых считаю классными, и вот все, кто ответил, сегодня я прям с тобой поделюсь, вот тут, прям на листике. Конечно же, первое место сейчас по бизнес-блогу занимает Дмитрий Портнягин. Кстати, я вам хочу сказать, что количество подписчиков 1 миллион или 30 миллионов или 50 миллионов подписчиков не всегда прямо пропорционально связано с тем количеством денег, которые люди платят. Помнишь, я говорила о том, что задай себе вопрос, кто будет твой рекламодатель, кто будут те люди, которые ему нужны, интересны. Поэтому если тебя смотрят бедные малолетки, у которых нет денег ни на что, кроме как на помидор, с которым можно пососаться, то уж прости, друг, не будет у тебя жирных рекламодателей. Но если тебя смотрят дядьки, у которых есть свои яхты, которые периодически посматривают, как ты там живешь, то можешь надеяться на весьма внушительные гонорары. Итак, Дмитрий Портнягин. Вот что, в общем-то, ответили нам по рекламе. Стоимость рекламы на канале Димы начинается от 500 тысяч рублей и заканчивается 80 миллионами рублей.
Да-да, миллионами рублей. Но на самом деле я думаю, что 80 миллионов Дима сейчас придумал, разработал со своей командой наверняка такую стратегию, что какая-то серия программы, наверняка не его влога, он же тоже развивает свой канал. Наверняка как-то по-другому это будет происходить, но люди могут заплатить такие деньги и получить для себя серьезную рекламу. Но уже для того, чтобы как бы трансформироваться в его влог, от 500 тысяч рублей идет разговор. Изначально необходимо заполнить анкету, потому что просто так тебе никто не будет сдавать никакие цифры. Хорошим блогерам важно вообще, кто ты. Им важно, интегрировать тебя или не интегрировать. Как-то, кстати, на канале у Димы появилась гадалка. Мужик-гадалка. Не знаю, сколько чувак этот отвесил ему бабла, но мужик-гадалка, это, конечно, было стрёмно. Потом появились ребята, которые рассказывали про какое-то стрёмное обучение. Но нормально тоже денег отхапали. Ну, знаете, тут такое дело, конечно, кто кого берет. Но деньгами, согласитесь, тоже фильтруются люди. Иначе бы все пошли к нему и начали бы рекламировать непонятно какую хрень. Его бы канал все перестали смотреть. А так, от 500 тысяч рублей. Так что копите, друзья, копите. Еще один мой любимый влогер — Александр Кондрашов. Саша заплатил мне достаточное количество денег за рекламу, чтобы я назвала его привлекательным мужчиной, даже в тот момент, когда мой муж сидел совсем рядом. Так вот, Александр Кондрашов – это влогер, который как раз и снимает ту самую палку. Он все время со своей палкой. Его женщину я, кстати, палкой не называю, и он не все время с ней. А вот с палкой, которой он ходит постоянно, и, кстати, которая стоит, по-моему, там, может быть, 500 или 1000 долларов, он уже наснимал аж на миллион подписчиков. И Саша считает, что у него очень платежеспособная аудитория. Я, честно говоря, не проверяла, не знаю, но реклама у него стоит ого-го. Читаю. Его влог о путешествиях, автомобиле, лайфстайле и бизнесе. Кстати, он очень много путешествует, постоянно себе снимает в разных местах, но ролик, который набрал у него больше всего просмотров, Саша еще раз заплатил мне за рекламу в этот момент, это ролик о том, как у него сдохли рыбки в аквариуме, что для меня вообще полный писец, вообще полный писец. Он набрал больше там миллиона просмотров, когда рыбки сдохли в аквариуме. Так вот, интеграция в видеоблог, читаю, дабы не перепутать, в течение 3-5 минут стоит 500 тысяч рублей. Саша может к вам приехать, все у вас снять, но вы, естественно, ему за это заплатите. Отдельное видео, если вы хотите 10-15 минут, пожалуйста, 2 миллиона рублей и вперед к Сашиным рыбкам. Интересно, сколько ему рыбки заплатили? Интересно. Наши украинские друзья, с которыми я уже познакомила, Роман Кириллович из French TV, пока что ставят гонорары значительно поменьше. Ну, видать, потому что и подписчиков поменьше. На канале, по-моему, лет 35, вот около 40 тысяч подписчиков. Интеграция начинается от 750 долларов, вот 750 долларов всего лишь и выше. Естественно, что вы там дальше захотите. Есть еще классный влогер, конечно же. Я, правда, не знаю, он о чем, он, по-моему, обо всем, но нельзя говорить о том, что он неизвестен. Он, наверное, первый, кто вообще создал бум на российском ютубе. Это Дневник Хача, конечно же, это Амиран Сардаров. Значит, у Амирана очень разные цены, но любая коллаборация, помните, уже мы учили это слово, коллаборация, когда есть вы, есть он, и коллаборируемся. Вот, начинается от 1,5 миллиона рублей. То есть, если я, например, захочу у Амирана прорекламироваться, то 1,5 миллиона рублей, и мы можем с Амираном договориться. Дорогой Амиран, посмотри на меня, какая я тёлка. Мы это запикаем, конечно же, и ты услышишь только, что я тёлка, но мне кажется, что я и без денег-то украсила бы твой влог, так что ты подумай. А я подумаю, сколько взять с тебя за это. Как видите, друзья, картинка-то весьма симпатичная. И если вы не умеете считать в рублях, переводите это все в доллары, в евро и в прочие штуки. И вы узнаете, какие имена, чьи имена появятся в следующем Forbes. И почему же все-таки все пошли в YouTube. Конечно же, сейчас вы напишите мне: о, Ермилова, теперь понятно, ты что поперла в YouTube. Теперь-то понятно. Правильно, друзья, правильно. Бабла хочу, славы хочу, всего хочу и побольше. И тебя раздразить хочу, крашеная. Хочу, чтобы ты тоже захотела, чтобы сидела на меня и хотела. А теперь подняли. Но перед этим не забыли написать мне комментарий. Какой офигенный у меня влог, какая я молодец, что в воскресенье я сижу и записываю этот влог, а не сижу со своими детьми и не ковыряюсь в носу и прочее. Может быть,
Это шок, то, что я сейчас говорю. Зато правда. А я люблю себя за правду. И тебе советую себя любить. Но сначала полюби меня. Потому что в следующем выпуске я расскажу тебе о том, что общего между сексом и бизнесом. Сексом и бизнесом. Сексом и бизнесом. Пока. Там будет просто в конце пи-пи-пи-пи-пи.